Друзья, всем привет! Давненько меня не было на канале. Были на то веские причины. В общем, дети, как говорится, это цветы нашей жизни. В общем, малой у меня что-то прихворал. И, короче, ребятки, кривая как-то пошла ровная, пошла на кривую. Или кривая пошла не так, как надо. Короче, что? Вроде все в порядке, только от одной болячки вычухались. Тут бах, еще одна. Сейчас я еду на рыбалку. Сейчас у нас... В данный момент у нас 2 часа ночи. В Донецке отменили комендантский час на выходные дни. И почему бы не воспользоваться таким моментом и не поехать на рыбалку? На рыбалку еду почему так рано. Поздно, рано, ночью, не знаю. Дело в том, что чтобы занять нормальное место. Как-то так, друзья. Вот. Еще одно. Наверное, в дальнейшем будущем я не буду свои мысли, свои планы как бы говорить наперед, потому как загадаешь и ни хрена не получается. Вроде бы все нормально, вроде бы все хорошо. И тут тебе бах, и пошло не так. По поводу Крыма, друзья. Многие на меня подписались из-за Крыма. Крым будет. И не только. На этом я уже все сказал. Сейчас чуть-чуть выровняемся. И в принципе все будет very good. Я вас уверю. И кстати, друзья, ну не жмитесь на лайки. Ну насуйте так, чтоб аж башню снесло от этих лайков. Все, друзья, увидимся на водоеме. Вот такой вот у нас, друзья, вечерний город. Ночной. Как можете видеть, машин нет. Моя одна машина. И все. Кое-где ходят людишки. Единично. А так, в принципе, мелочь, но приятная. Ну что, ребятки, прибыл я на суперсекретный водоем. Ни для кого этот не секрет. Приготовил уже палочки. И сейчас буквально через, не знаю, минуты 2-3 буду наживляться и посылать наши кормушки куда-нибудь туда. Потихонечку буду готовиться. Ну а вы смотрите. А потом, наверное, попробую дальше.
как этого не хватало именно. Сколько я не ездил на рыбалке. Да, наверное, с января, вот как после Нового года поехал, и все. Вот моя первая вылазка. И теперь я думаю, надо кофейка. Кофейка для рывка. Класс. Ребятки, это супер. Сейчас остынет и будем употреблять. Смотрите, добавил сюда магазинные прикормки секретной. А вот посмотрите, какой у меня горох получился. Это мой рецепт. Смотрите, как мнется, вообще класс. Кому, ребятки, интересно, варил в пакете. Ролик у меня есть на канале. Нет ничего лучше, как выпить прекрасное кофе на таком прекрасном месте. Тут вот фидерочек стоит, все по фэншую. Там карповички стоят. В общем, за рыбалку. Сигнал произошел. Движуха начинается. Какая засигналила. Хрен потух. Ну, где-то что-то пик был. Это уже хорошо, ребята. Гляньте, туман вообще ни хрена не видно. Птички поют. Чистенько, хорошо. И самое главное, что недалеко от дома. Так приехать отдохнуть. Душу отвести, свежим воздухом подышать. Разнотравием. Все цветет после дождичка. Ай, класс, ребятки. Выезжайте на рыбалку. И будет вам счастье. И что-то тишина. Уже как пару часов стоят. И ни хрена. И, в принципе, ни у кого по всему берегу. Сейчас будем пробовать менять кук. Сейчас будем пробовать чесночный. Опа, ребятки, натянуло. О! Глухарь, да? Попробуй отстрелить. А? Отстрелить попробуй. Попробуй.
где поклевка, сука, была. Что, неужели там какой-то баный зацеп, а? Бля, вообще. Пошел. Пошел. Ну что-то, по-моему, сидит. Только забросил, друзья, и сразу моментальная поклевка. Не знаю, есть там что-то, нету. Смотрите, какой пучок травы идет. Да, это, конечно, будет интересно, если там что-то есть. Не, ничего нету. А не, есть, ёптвоя. Да. Опа, еще одна, друзья, поклевка. Что за движуха началась? По-моему, он там сидит. Давайте вытащим. Нет, здесь ничего нет. Странно. Ну, сами видели, была поклевка. Андрюха, ну кидай, сейчас я тебе скажу на что. Ну кидай, подойдешь. О, а здесь вот, да, елки, тоже, ребятки, рыба, гляньте. Вот это да. Первый раз на карповик ловлю такую красноперочку. Иди, восвояси. Есть. Пойдем линя, ребятки, снимать. Надо ж вам этого монстра показать. О, я давно линей не ловил. Какой красавчик. Вот это мне нравится. Класс. Ну, интересная поклевка, друзья. Берет так и сразу в траву. Такое ощущение, как зацеп. Взял, кстати, на укроп. Так. Вытереть руки. После склизкого линя. Ну, все с почином. Уже не зря приехал. Поклевку видел. Рыбу в руках подержал. Класс. Охренеть. Вот это да. Я линей не ловил, наверное, лет 8. Последние линии, которых я ловил, это было на Волчьей. Смотрите, на что берет. На укроп. Укроп. Сейчас еще раз ставим. Заряжаем. Ну, хорошая поклевка. Такая вытяжка. Просто класс, ребятки. Самое интересное, что недалеко я бросил.
Ну, типа туда. Плюс-минус. Ждем следующего. Класс. Тянуть. Так. Вот эту перенаживляем. Так, а здесь у нас работала поклевка была на чеснок. Продолжим нашу процедуру. А медовый кук не хочет. Сработал укропчик, на который я вообще даже не думал. Друзья, поклевка, поклевка, поклевка. И нету. Работает укроп. Сейчас мы еще раз эту ставим на укроп. А потом переставляем все. Укроп. Вот вам и водоем непредсказуемый. До этого люди здесь ловили на мед. Сегодня он берет, видите, уже какая поклевка. На укропчик. Пришло время перекусить. Вот такие вот бутербродики. Нет ничего лучше покушать на природе. Смотрите, мяско как переливается. Сейчас покушаем. И, наверное, 100% будет клев. Нагоним рыбки аппетит. Забыл сказать, ребятки, всем приятного аппетита. Вот это. Была поклевка. Он натянул и опустил. Чуть-чуть. А? Ну так, слабенько-слабенько. Так, ну ладно, вытаскиваем. Натянуло. Да, опять фигня. Может, опять сидит?
есть. Даже какая-то невнятная поклевка. На вот эту крайнюю была поклевка. Короче, ушел в зацеп, оторвал. Есть. Что-то хорошее. А уже нету. Не пойму, он или на меня идет, или уже его нету. Ни хрена не пойму. Не, что-то идет. Без подсака. Опа. Опа. Стоять. Это с тебя полилось. Вот такой красивич. Вот так. Дождался. Как задницей чувствовал, что я ее достану. И не поверите, ребятки, я ее вытащил. Смотрите, с чем. Линь. Ты так умеешь? Смотрите, какой красавчик. Нажарево. Ай, класс. Вот так вот можем мы. Вот уже садочек прибавляется. Друзья, в общем, наша рыбалка подошла к концу. В улове одна красноперка, два карася, один, вернее, карась и два линя. В общем, рыбалка довольный. Смотрите, какая туча. Спешим домой. До машины еще бежать минут 10. Так что, кому понравился этот видеоролик, ставьте пальцы вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. С вами был Стик Барди. Всем добра-бобра.